ты помнишь про Угомона? Я еще тебя все время просила его прочитать. А я маму тоже просила. Раз, два, три, четыре. Кто не спит у нас в квартире? Всем на свете нужен сон. Кто не спит, тот выйди вон. Раз, два, три, четыре. Кто не спит у нас в квартире? Всем на свете нужен сон. Кто не спит, тот выйди вон. Ровно год назад два наших народа соединились. Поприветствуйте Серого! Я горжусь тобой. Вожака объединенной деревни волков и овец! Привет, красавчик! Немного этого и еще чуть этого, что уродилось, пригодилось! Нашим воротам пришла стая черных волков. Ваш союз с овцами просто отвратителен. Они грозят войной. Я в восторге от твоего потрясающего аппетита. Кое-кто тут у нас из стаи противников. Но она такая милая. Это хитрый вражеский ход, чтобы мы подумать не могли подумать, что на нее можно подумать, а потом подумать только. И раньше надо было думать. Белгор! Белгор! Кто-то то и дело ссорит ребят между собой. Какие ж тут тренировки, если парни не доверяют друг другу? Да? Чего хотел Рудольф? Да просто гляжу, стоите, дай, думаю, подойду по базарю. Герой — это не тот, кто не ошибается, а тот, кто признает свои ошибки. Мы должны бороться за свои убеждения и право жить в мире. Черных-то мы на раз-два уделаем. Круто. Жду с превеликим нетерпением. Я не знала, что вы едете вместе. Путешествие с мужчиной в твоем возрасте – серьезный поступок. Ну что, лучшего места на этой барже не найти. Это капитан Петручек, следователь НКВД, который вел папино дело. Ну что, молодые люди, будем плыть вместе? Мы не можем погрузить всех желающих. Такого количества народа баржа просто не выдержит. Это концертный рояль. На нем играл сам великий композитор. Это Лев Толстой. Я эту 752-ю знаю, как облупленную. Вы на ней скот возили. На ней заклепки летят, как пуговицы. Ей-богу, борта все гнилые. Я все понимаю, эвакуация, все понимаю. Другого пути нет. Ну там же люди будут. Баржу грузим под завязку. На барже пойдет мой сын. Ответственность беру на себя. Нам нужен путь к спасению Ленинграда. И он должен быть найден. На той стороне не выбрат! Ленинграду нужен фарватер! А потому враг должен быть отброшен! Поставленную задачу надо выполнить или умереть! А ты знаешь, что я отец враг народа? Предатель. Немецкий шпион. Это она сбила тебя с толку? Этот человек все про тебя понял. Синоптики обещают волну как раз в том квадрате. 9 баллов. Настя! Некому спасать. Спасти Ленинград.